Всем привет! И сегодня хочу с вами опять распаковывать посылки, потому что их очень много, они накопились, и мне надо отчеты сделать, да, я не могу. В общем, у меня тут целое, в общем, море. Вот, так что давайте начнем. Сейчас немножко лампочку поверну, чтобы на меня не сильно так светило. Вот, так или наоборот на меня, чтобы светило прям сильно. О, вот так, наверное, хорошо будет. Так, начнем что-то маленькое. А, это вторая буковка пришла. 44 рубля. Значит, заказывала 23 октября, пришло 19 ноября. Вот. Это пришла вторая буковка. Угадайте, какая, собственно. И проблема этой буквы точно такая же. Она вся полая. То есть она крутится, вертится тут куда хочет. Цепочка такая же. То есть, в принципе, качество неплохое, только вот буква кривая. Ну, не знаю, посмотрим, как это будет в носке, вообще нормально или нет. Дальше мне пришла вырубка, которую я брала для печенья, но оказалось, что ее края не заточены. То есть, по сути, она непонятно для чего нужна. Вот, ну, может быть, в принципе, можно попробовать для теста использовать, а можно попробовать ее заточить по краям. В общем, заказывала 15 октября, пришло 19 ноября, стоило 37 рублей. Вот. И вырубка вот такая вот домик. Вот, к сожалению, да, к сожалению, я не знаю, будет видно или нет, видите, что она толстая. И край у нее не заточен, что с этой стороны. То есть это просто форма без режущей кромки. Алис мне там помогает морально, поддерживает. Так, вот это вот разочаровашка тоже. Буду писать, что недовольна. Может быть, вернут деньги, я не знаю. В общем, кстати, если кому интересны ссылки, вы пишите в комментариях, я тогда оставлю, потому что не хочу никаких ссылок добавлять. Мне постоянно выдают, что я рекламой занимаюсь. Это не реклама. Я все покупаю за свои деньги. Значит, заказывала 26 октября, пришло 19 ноября, стоило 43 рубля. Значит, это вот такой кармашек для наушников. Заказывала бирюзовый. Вот это не бирюзовый, это какой-то, знаете, вот такой грязно-голубой. Причем у продавца было так, что молния и внутри. Внутри черная, а вот молния, она такого же цвета, как и снаружи. То есть, когда вы застегиваете, у вас получается, я сейчас не буду распаковывать, чтобы для того, чтобы вы мне вернули за него деньги, вот эта наклейка должна оставаться целой. Поэтому, может быть, во влоге вам потом его покажу как-нибудь. В общем, когда застегиваете, чтобы это была цельная такая круглая штучка без конца и края. Нужно, чтобы молния была такого же цвета. Она здесь черная. В магазине у этого продавца было показано, что молния в цвет внешней оболочки. Собственно, это совсем не то, что я заказывала, поэтому кладу пока обратно, буду жаловаться. Возможно, мне вернут деньги. Я на это надеюсь очень. Так, потом пришла вот такая большая. Я даже забыла уже, что это. Значит, заказывала 23 октября, пришло 19 ноября, стоило 68 рублей. Вот. И, собственно, это всего-навсего вот такая вот подушечка для мышки с подушкой для запястья, чтобы рука не уставала. На самом деле качество Г, абсолютно Г, она совсем не такая должна быть. Возможно, я ее доработаю. Вот. Но за 68 рублей, что я хотела? Что я хотела за 68 рублей, то и получила.
Вот, поэтому не будем на этом останавливаться. Дальше тоже у одного продавца я заказывала две пары сережек. Пришла пока только одна. Значит, заказывала 15 октября, пришло 21 ноября. Стоило 38 рублей. Вот такие вот сережки. Это гвоздики. И они бархатные. Такой синий бархат. Вот. Конечно, он сыпется. Это еще надо обтрясти это все дело. Вот, но я уже смотрела, они очень классно смотрятся. Уже их доставала, разворачивала. Могу, в принципе, если заднюю не одевать, просто показать вам, как смотрится. Причем вот эти вот длинненькие, они должны быть сзади. То есть вот так вот. Ну, соответственно, сейчас не видно, потому что я одета совсем другим цветом. Вот. В общем-то, ну, они оригинальные такие, может быть, как-нибудь вам покажу. Получается маленький шарик спереди и большой сзади. Вот. Так. Не хочет обратно запаковываться. Почему-то пришли только одни пока что. Значит, следующая посылка — это массажер для лица. Тоже я не буду его пока распаковывать, потому что пришло совсем не то, что я заказывала. И для того, чтобы вернули деньги, я не могу разрезать упаковку, не могу ее деформировать как-то, повреждать, потому что, ну, скажут, что типа вы уже пользовались этим. Вот. Так, сейчас. Вылезла реклама. Значит, заказывала 15 октября, пришло 23 ноября и стоило 166 рублей. Вот, значит, сейчас покажу. Он был запакован еще в мягкую такую штуку, оболочку. И выглядит это все вот так вот. Выбор цвета невозможен, то есть его присылают рандомно. Я как бы не думала, что он будет такого цвета. Вот. И здесь на этих детальках должны быть металлические элементы. Намагниченные, которые будут пропускать, собственно, вибрации и какие-то коротковолновые эффекты. В общем, их нету, этих металлических элементов. И, соответственно, я буду писать продавцу. Потому что пришло совсем не то, что должно было. Вот. Ну, я думаю, что что-то видно. Поскольку, я говорю, для того, чтобы мне вернули деньги, я не могу повреждать эту самую упаковку. Поэтому я пока что это все оставлю. А уже когда придет время, тогда и я ее распакую уже и все. Дальше, значит, долго ждала, заказывала 26 сентября, пришло 3 декабря, стоило 54 рубля. Кстати, сейчас я посмотрела, эта штука стоит 23 рубля. Блин, это просто вообще трэш. В общем, это такие стикеры на клеевой основе для планеров. Для ежедневников, для планеров. В общем, вот такой вот. И тоже рисунок выбрать нельзя. Это на, как бы на выбор продавца. Он решает, какой рисунок вы получите. Дальше. Дальше мне пришло три одинаковые посылки. По-моему, даже от одного продавца. Значит... Заказывала все 26 октября, значит, а получила в разное время. Одна пришла 19 ноября, а вторая 25 ноября и третья 26 ноября. Ну вот, покажу вам. Да. Вот, это три абсолютно одинаковые посылочки. А вот такие вот, ну, их называют таблетницы. Вот, я заказала специально
3, потому что вот здесь вот есть пустое пространство, на котором очень много царапин. И я хочу попробовать использовать их для, ну, либо для полимерной глины что-то здесь выложить, либо попробовать что-то с эпоксидкой. Для таблетниц или пилюль они очень маленькие, они прям, ну вот, вы видите, какие они маленькие по сравнению с ладошкой. Здесь есть кнопочка, нажимаете на кнопочку, и крышечка открывается. Вот внутри пластиковая коробочка, как бы она туда приклеена. Вот, и, собственно, закрывается, захлопывается. Они абсолютно 3 одинаковые, от одного и того же продавца, но пришли почему-то в разных упаковках и в разное время. Вот, 3 штуки. Абсолютно одинаковые. Так, дальше у меня было 3 упаковки, почему-то скрепленные степлером. Их на почте соединили и прислали только одно извещение. Значит, давайте их разделим. Значит, одна заказывала 26 октября, получила 19 ноября, стоила 100 баллов. На самом деле, не знаю, мне кажется, дороговато. Но я буквально на днях видела на сайте, по-моему, Адива. Или даже на сайте Арифлейм такую штуку. И она там стоила в разы дороже. То есть 100 баллов это примерно где-то 50-60 рублей. Я так узнавала. В общем, это такая вот штучка для чистки, не знаю, мозолей, пяток. Но мне кажется, это очень дико. То есть здесь лезвие, оно супер острое. И не знаю, я пока не рискнула это попробовать. Вообще эту систему. Вот так это выглядит. Вот. Я пока не рискнула воспользоваться, но посмотрю. Если рискну, потом вам расскажу, как это. Так, дальше вторая посылка, которая была сюда прикреплена. Значит, стоила 125 баллов. Заказывала 26 октября, получила 19 ноября. Она была, в принципе, тоже запакована в пупырку. Ну, не в пупырку, а в эту мягкую штуку. И это заколка в виде перышка, которую я хотела использовать совсем для другой цели, не для этого. Ну, носить, конечно, можно, но это слишком вульгарно. Вот, она очень плохого качества, и она гнется вся. И сама заколка гнется, и само перышко гнется. И 125 баллов она не стоит, так что не берите, это моя тоже очередная разочаровашка. Но я ее буду использовать не по назначению, поэтому, в принципе, ладно. И последний из этих трех скрепленных, значит, было заказано 15 октября, пришло 19 ноября, стоило 43 рубля. 43 рубля. Это те самые третьи тарелочки. Третьи тарелочки, которые другой формы. Сейчас открою. Так, пакет уже порвался. Их 2 штуки. И они вот такие волнистые. А они просто классные. Мне больше всего нравятся. Просто обалденные. Вот. Такие довольно-таки глубокенькие. Тоже для кукольных миниатюр, если интересно, потом, кстати, да, если интересно, если YouTube не исчезнет, то заходите на мой творческий канал, после Нового года я планирую там выкладывать творческое видео, и про тарелочки там тоже будет. Так, следующее, кричит заведующая. Так, не то. Это уже смотрели. Значит, заказывала 26 октября, пришло 21 ноября. Стоило 100 баллов. 100 баллов, мне кажется, это, ну, дороговато. Это то же самое, что купить в фикс-прайсе, но я как бы рассчитывала на большее.
В общем, это вот такая лента для ногтей, но я, соответственно, не для ногтей ее буду использовать. А метраж вам не скажу, подпишу тогда при монтаже на экране, сколько здесь длина. Ну, 100 баллов мне жалко просто. Ну, оно того не стоит. Вот, дальше. Следующее. Следующее кричит заведующая. Значит, тоже для творчества. Заказывала 15 октября, пришло 14 ноября. Стоило 66 рублей. И это такие силиконовые формы для эпоксидки. Для кулончиков. Я не буду распаковывать, потому что они очень быстро к себе цепляют всякую пыль и прочее. Пусть они будут в пакете. Вот, они здесь самые разные, овальные, прямоугольная, квадратная, круглая и в виде капельки. Вот. И мне понравилось, что, ну, кто творчеством занимается, меня поймет. Мне понравилось, что, сейчас попробую показать. Вот здесь есть как бы такой штырек силиконовый внутри. То есть, когда заливаешь, обычно ты покупаешь форму, и она просто форма. Ты заливаешь, потом у тебя застывает, и потом ты сверлишь отверстие. Здесь сверлить отверстие не надо. То есть ты залил, вынул, и у тебя уже есть аккуратненькая дырочка. Вот, это большой плюс. Опять же, если интересно, пишите, ссылку я вам потом скину. Так, дальше. Дальше мне тоже за баллы, по-моему. А, нет, не за баллы. Заказывала 26 сентября, пришло 13 ноября, стоило 32 рубля. Вот, это я еще тоже не отписывалась продавцу. Это семена. Вот, собственно, что пришло, что вырастет из этого, не знаю. Заявлено было, что здесь 100 штук. Я еще не считала, но подозреваю, что 100 здесь нету. Здесь есть очень мелкие, вот тут внизу вообще меньше миллиметра семена. Посмотрим, в общем, что из этого выйдет. Вот. И последняя, наверное, да, последняя посылочка, от которой я просто в безумном восторге. Она такая потрясающая. Заказывала 12 октября, пришло 16 ноября, стоило 95 баллов. И вот это вот, оно просто даром считаю, ну, даже если считать 50 рублей, и просто такой потрясающий кулончик. Просто чудо. Вот такой вот. Он отпадно классный. У него серебряная фурнитура, и он в виде такого, в виде бутылочки, в которой есть жидкость в виде сердечка с голубым камешком. Это просто отпад. Я вообще, и вот этой посылкой я больше всего довольна. Там был еще с розовым камешком, но он как-то смотрелся не очень изысканно. Вот с голубым камешком прям потрясающим. Это прям вот то, что надо. Он такой классный. Очень советую, все очень аккуратненько сделано, ничего не царапается, ничего не торчит, все супер. Очень довольна, вот это прям лучшая посылка из того, что пришло. И да, я вот сейчас обнаружила, что действительно буквально недавно пришло, я совсем забыла, пришла вторая пара сережек, черные. Значит, заказывала 15 октября, пришло 21 ноября. Да, они, наверное, завалились, стоили тоже 39 рублей. И они черные, такие же. Пушистые, круглые, только черные. Вот. В общем-то, и все. Вот так много посылок пришло. Сколько много посылок пришло. В общем, увидимся с вами в следующих видео. Подписывайтесь, ставьте мне пальчики вверх, и увидимся с вами уже очень-очень скоро. Пока-пока, всех целую!